В Ардебасинский райотдел обратилась 31-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже ее 6-летнего сына. 20 февраля 2016 года, примерно в 12:25 часов, ее несовершеннолетний сын Камшыбек Мухаммед Хазбекулы, 8 мая 2009 года рождения, ученик 1 класса средней школы имени Гани Муратбаева, расположенный в селе Амангельда Ордобасинского района Южно-Казахстанской области, вышел со школы и домой не вернулся. Установлено, что ребенка, возвращавшегося со школы, увела с собой неизвестная женщина азиатской национальности. Они сели в такси и выехали в Тамерлановку. Со слов очевидцев, полицейские составили фоторобот подозреваемой. Также нами в настоящее время в совершении данного особо тяжкого преступления подозревается Сүйіндік Сандыкүл Жүргенбай қызы, 15 ноября 1965 года рождения, уроженка Ордобасинского района Южно-Казахстанской области, по национальности казашка, имеет документы, паспорт гражданина Республики Казахстан. Среди особых примет мальчика полицейские отмечают отсутствие у него двух передних зубов на нижней челюсти. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Никого не подозреваем, никаких зацепок нету. Полицейские Южно-Казахстанской области убедительно просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика или указанных женщин, незамедлительно сообщить в полицию.